Приветствую вас на канале, это знахарь. Вы, наверное, вот это растение видели в лесу? В лесу, где-то в лесопосадках. Вот оно. Вот. Это называется очиток пурпуровый, а еще скрипун трава. Смотрите, видите, скрипит. Ну, отсюда и издавна знахари лечили от суставов. Ну, это очиток пурпуровый, семейство толстостенковых. Вот оно. Вообще, это его еще называют сайгачья молодила. Я его использую, его даже в Сибири солят, как капусту. Это витаминный, адаптоген очень хороший. Но он такой не сильный, как вот, например, левзиравит. Женьшень, но чем дольше пьешь, тем потом очень сильно остается. В общем, смотрите, очень много применений очитка пурпуровая. Мне как-то сказали, ты поближе растения. Я сейчас вот еще одно я нашел здесь. Вот оно, смотрите. Вот видно. Полностью оно лечебное. И цветы, и листья. И корень. Его очень тяжело сушить. Он такой гигроскопичный. Но чем полезен он? Вот, можно по-всякому его использовать. Я использую его так. Набираю целую сумку. Потом через блендер его прокручиваю. И вот эту кашицу заливаю или медом, или спиртом. Но у меня не доходит такого, чтобы... Но я вам предлагаю спиртом, медом, сиропом или холодильник. И по 10, там, по 5 ложек чайных кушать. Он очень много полезнее. Во-первых, он тонизирующий. Но я в аннотации напишу, там очень много. И желудочно-кишечный тракт. И из него делают, тибетская медицина делает тоже средства от старения. Когда мы говорим старением, мы подразумеваем силу внутреннюю, а не какой-то наш образ. Да? Вот это растение называется очиток пурпуровый. Здоровья вам!